В Республиканском онкологическом центре проведена первая онкопластическая операция пациентки с раком молочной железы. Жительница Махачкалы обратилась в больницу после того, как обнаружила у себя небольшое уплотнение в виде узла в правой груди. Проведенные исследования показали наличие злокачественного новообразования второй степени развития. По словам врачей, ранее таким пациенткам полностью удаляли пораженную молочную железу, но теперь удалось сохранить орган и удалив уплотнение. Подобные хирургические вмешательства в республике не выполнялись ранее никогда. Отметим, что в Дагестане рак молочной железы стоит на первом месте в списке онкозаболеваемости у женщин и на втором в общей статистике по видам онкологии после рака легких. Ежегодно в Дагестане выявляют около 500 женщин с раком молочной железы. Пациентке удалось сохранить молочную железу, то есть она не будет чувствовать никакого косметического дефекта, никакой психологической травмы. Данного рода онкопластическая органосохранная операция на молочной железе в Дагестане выполнена впервые.